Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Майнкрафтер, и сегодня я бы хотел посвятить наш видеоролик стриму по сайту kiz10.com. Сегодня я решил снять стрим про всякие стрелялочки, и первую стрелялку я бы выбрал Airfight. В нее я очень часто играл. Можешь считать, целый день. Сначала у нас идет реклама, мы ее пропускаем. Итак, сейчас давайте-ка сделаем вот такой флип, и давайте простреляем этих всех. Так, минус первый. Я вам сейчас покажу один лайфхак по этой игре. Летите вниз, и самолеты некоторые не успевают лететь, а потом разворачивайтесь и бомбите всех. Так вы, они теряют управление, и, соответственно, кто-то из них падает. А потом предварительно, что вы умираете. Летите очень глубоко вниз и стреляйте вот так. Вообще игра очень мне нравится. Так, куда это ты пошел? На-на-на-на-на. Так, вот минус один. Сегодня я хотел бы постараться дойти до 45-го. Самолета, ну точнее уничтожить 45 самолетов. Надеюсь, у меня это получится. А, нет, не получилось. По крайней мере, 10 самолетов. Ставьте лайки и поддержите меня, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, соответственно. О, следующем воскресенье будет новый стрим. Я теперь буду их снимать только в воскресенье. В остальные дни будет каждый день. С ним делается видео. Если вы не найдете видео, то я не смог его заснять по техническим причинам. Так у меня будут видео выходить целый день. Сначала у меня будут выходить такие стримы, как по этому сайту. Далее будут по мини-играм в Майнкрафте. Не зря же я свой канал назвал Майнкрафтер номер один. Ну а затем будут уже более серьезные видео, в которых я уже буду снимать на компе. Ну и подписывайтесь, конечно, чтобы не пропустить все эти ролики. Итак, вот мы уже уничтожили вот сколько самолетов. Сейчас давайте на пролом пойдем. А, нет, мы не успели. Ну, по крайней мере, 11 самолетов. Это плюс. И давайте вот так вот близко. Минус 2, минус 5. И вот так. А сколько у нас сейчас времени осталось? У нас еще куча времени. Стрим, я думаю, будет длиться минут 20. И давайте сейчас прострелим минус 1. Да, отлично. Минус 2. Напоминаю, эту игру называют еще Warfight. Это игра про самолеты, но вы ее найдете только вот на этом сайте, потому что если вы будете скачивать, то вы найдете какие-то 3D-игрульку. Но только чтобы вот такая вот. А, я падаю. А, нет, я вот у меня управление все есть. Есть. Сколько там самолетов уже? Следующую игру, я думаю, поиграем в Knife Hit 2. Да, кстати, на этом сайте единственный вышел нормальный Knife Hit 2. И никакая не читерская версия, а нормальная. Ладно, 13 самолетов. Это очень даже хорошо. Ну, давайте поиграем в, как я и обещал, Knife Hit 2.
Для этого здесь очень интересное меню. И можно вот так вот искать. Давайте найдем. Кнайп. Кнайп. Хит. Бай. Вот эта игра. Это абсолютно новый Кнайп Хит. Я даже не знала, что он создан. Еще был. Я играл только в первую часть. Вот только в прошлом видео, которое я вчера снимал. Обязательно его посмотрите и подписывайтесь на него. Я снимал про Кнайп Хит 2. Старался бы, точнее, играть. Нас просто перевернуть телефон. Давайте соберем кристаллики. Угу. И давайте жмем play. В этом Кнайп Хите очень даже тяжело делать одну вещь. Видите этого человека? Нужно не попасть ему по частям тела. Даже как у этой мадам. Ого. Так, это уже мадам лежит на каком-то... Такс. Такс. Сейчас попробуем пройти этот уровень. Как вы помните, в прошлом видео я был нубасом и просто не смог. Да, я проиграл. Угу. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Давайте вот так еще сделаем. Так, это уже очень... Ух ты ж, как я близко ты сделал. Ого, вот это вот близко. Ах, ну как так-то? Пишите в комментариях, оригиналка ли это Кнайп Хит 2, у кого есть комп. Потому что я вообще не знаю. О, миньон. Единственное, что я знаю, я в первой части играл. Она мне понравилась. Вот этот вот Кнайп Хит, я не знаю, как вообще она вышла. Так, пончик. Так, а это покемон. Сейчас попробуем пройти босса, если я не такой даун и не сольюсь. Может, вы знаете по прошлому видео, как я слился. Давай, крутись ты быстрее, пельмешка. Давай, 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 раскручивайся. Кому нравится игра Кнайп Хит 2, подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. И давайте. О, я прошел. А это у нас босс какой-то новый. Попробуем-ка его пройти, но это будет почти невозможно. Просто я такой нубик. Опа. Ну да, конечно же, я нубик. Ладно, с этой игрой мы поиграли. Теперь хочу поиграть в игру Flip Battle. Вот этот вот стрим я планировал еще неделю назад. Но руки никак не доходили его снять. И вот только сегодня я решился поиграть в эти игры. Что ж, сейчас мы начнем играть. Кому нравится эта игра, скажите или напишите комментарий. Потому что для меня это очень важно. Конечно же, кто знает, что для начинающих канала вот этот комментики это очень важно. Я сейчас только что начал канал, вчера создал. Пока у меня все идет хорошо, у меня уже 2 подписчика. Кстати, подписчики, спасибо вам огромное, что подписались на меня. Вообще, я с друзьями, вот напишите в комментах, кто любит с друзьями просто вот так вот посидеть и
пускай бутылочку колы. Я вот вообще очень обожаю такие вот прикольные игры по типу метаний всяких. Они очень расслабляют. Ну и, конечно, в них очень весело играть. Особенно в группе. Вот тот Knife Hit 2, который я вам показал, это не обычный Knife Hit, а онлайн, как я узнал недавно. Только в нем не показаны другие люди, просто там где-то написан счет. Если вы попадаете в топ-10, вы соревнуетесь с другими игроками, но вы не показаны там. Просто вы играете, как обычно, и вы если попадаете в топ-10, то у вас высвечивается табличка, и вы побиваете рекорд. Я был в топ-9 на компьютере моего друга. Я очень любил всякие такие игрульки. Ну и вот, у нас уже 9-й раз попадание. На самом деле эта игра очень легенькая. Просто вот так вот метаете. Да. Сегодня мой первый стрим, поэтому я думаю, он не будет затягиваться до 3 часов, а будет затягиваться... Вау, вы видели? Так, ладно, вернемся к сути. Он будет где-то минут 20-30 длиться. В зависимости от того, смогу ли я продолжать играть. Что ж, пишите в комментах, какая из тех игр, которые я назвал, вам больше всего нравится. Мне, если честно, из всех игр, в которые мы сейчас играли, нравится Air Fight. Но для вас я решил сделать отдельный видос. Сейчас мне придется напихнуть. Это Int Run. Наверняка многие люди знают эту игру и играли в нее. Она по типу вектора. Я в нее никогда особо-то не любил играть. Так, просто ради интереса. Обычно вот лайфхак, когда просто вот так вот зомби подходит к тебе, и ты вот так вот быстро их всех мочишь. В следующий раз, когда у меня уже появится компьютер, а я буду снимать про Майнкрафт, я уже буду делать не обычное видео выкладывать, а прямую трансляцию. Так что не забудьте поставить колокольчик на подписку, чтобы видеть все мои будущие видео, которые я буду снимать каждый день. И еще одно очень важное объявление. Пожалуйста, не пишите мне в комментах всякие такие говзаимку, ну или типа того, потому что для меня канал очень важен, я не подписываюсь на всяких таких вот людей, которые так просят, потому что они с помощью этого просят у тебя заимку, когда у тебя набирается куча всего подписчиков. Они от тебя просто-напросто отписываются. И вот это вот меня очень бесит, и поэтому я не хочу ни с кем взаимовиться. Тем более, что из-за этого им деньги присылают, и это как-то будет нечестно. Потому что надо в Ютубе зарабатывать все своим умом и способностями. И, пожалуйста, у меня к вам большая просьба насчет комментиков. Не пишите всякие нецензурные слова, потому что меня это очень обижает и задирает. И не судите меня строго, потому что сегодня мое 3-е видео, ну и 1-й стрим, как вы уже поняли. Так, вот так, 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 на тебе, на тебе. Вот уже мы сколько зомбарей всяких уничтожили. Вообще, я не фанат таких игр. Кто фанат, пожалуйста, пишите в комментариях. Ой, вот это вот было очень даже удивительно.
Так, на тебе. Мне очень эта игра, конечно, не очень нравится, но... Ну, она прикольная. Пистолет стреляет не такого издалека. Ладно. Что ж, думаю, нам пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Напоминаю, это сайт kiz10.com. Заходите, играйте. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Здесь очень много игр есть разных. Всем спасибо за просмотр. И пока.